первый день рождения Артура! Посмотри! Волшебная палочка! Нет! Ты смотри! Праздничный торт Артура! Вау! Круто! Хочу два торта! Раз, два, три! Второй торт, появись! Аким, что ты сделал с праздничным тортом Артура? Куда ты его дел? Я не знаю. Бедный Артур! Первый день рождения и без торта! Ребят, Артур почти проснулся. У нас все готово? А где торт? Объясняй! Он взмахнул палочкой, и торт пропал. О нет! Что же делать? Вы везде искали? Артур проснулся! Приветик! А? Это не ваше? Наше! Где ты его нашел? Нашел? Нет! Он появился на столе в моем доме! Правда? Да! Я хотел его съесть, но увидел надпись «Артуру один годик». Так что я сразу пошел сюда, чтобы отдать вам торт. И я принесла торт с единичкой. Мило! Что? Два торта? Ага. Так палочка работает? Ведь ты же хотел два торта. Спасибо, вор и злая Амелия. Вы спасли праздник Артура. Он проснулся. Вкусно! Ха-ха-ха!